Украина и Польша восстанавливают железнодорожное сообщение. В расписании движения, которое будет действовать с 13 июня, появились международные поезда из Польши в Украину, туда и обратно. Правда, пока нет стопроцентной уверенности, что все запланированные рейсы состоятся точно согласно расписанию. В графике, доступном на пассажирском портале, появилась информация, что с 13 июня есть 5 международных поездов, которые соединят Польшу и Украину. 2 в Киев и 1 во Львов, 1 вагонный поезд в Одессу и последний ночной Львовский экспресс из Вроцлава во Львов. Это означало бы возвращение к тому расписанию движений международных поездов, которое было до начала пандемии. Польские железнодорожники не предоставляют дополнительной информации о возвращении поездов. Украинская сторона на наш запрос ответ пока не предоставила.